Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. А счастливая семья – это труд втройне. Это мое изречение проходит под номером 125Б в списке изречений Дауира Шакиржан. И оно является логическим продолжением изречения «Семья – это труд». И полностью изречение оно будет звучать таким образом. Семья – это труд, а счастливая семья – это труд втройне. И применяю это свое изречение тогда, когда хочу объяснить людям, которые привыкли быть в позиции потребителя. Они все время хотят потреблять, и они говорят. Например, если женщина, она говорит, он же муж, он должен то, пятое, десятое, двадцатое, тридцатое, должен. Если это мужчина, муж, в отношении жены, он тоже может говорить. Женщина должна быть такой, женщина должна быть вот такой, жена вот должна вот то-то, должна. И у них отношение к жизни в целом и, понятно, к семье в том числе является потребительским. Они привыкли быть потребителями и не понимают, главного, что нужно относиться друг к другу с уважением, потому что половина в семье, вторая половина, муж или жена, они тоже люди, они тоже устают, и у них есть те же самые потребности. И нельзя ожидать от них, как от робота, а как от машины постоянной готовности. Все время потакать потребностями, да? Поэтому нужно трудиться. Трудиться нужно обоюдно. Труд должен идти с обоих сторон навстречу друг другу. Просто семья – это труд. А счастливая семья – это труд втройне. То есть надо вкладывать усилия с обоих сторон, чтобы семья была счастливой и крепкой. Вот что я хочу сказать людям, когда применяю свое вот это изречение. В частности, эту составную часть изречения под номером 125 пункт Б, а счастливая семья – это труд втройне. До свидания, до новых встреч.